Вакцина от осенней хандры готова. В субботу на сцене Русского драматического театра состоится премьера спектакля «Лекарство от депрессии». На этот раз удивлять и смешить зрителей актеры будут в трогательной комедии о женском счастье. Этот спектакль, я думаю, должны увидеть зрители и не только Украины, и ближнего зарубежья, и та же Беларусь, и так далее. Потому что эта история человеческой жизни очень щемящая, очень трогательная и в то же самое время в чем-то смешная, в чем-то обескураживающая, в чем-то просто выходящая за рамки. В постановке играют всего 3 актера, однако ролей у них гораздо больше, интригуют постановщики. В центре сюжета пенсионерка Майя Михайловна в исполнении любимицы одесской публики Ирины Ткачук. Если бы мы склероз, то вам должно быть 25 лет. Это вот тогда, когда я поставила этот самый сгущенку вариться на торт, а сама за елочкой пошла. А потом всю новогоднюю ночь отскребала эту сгущенку с потолка и стен. Обычно меня все видели комедийной актрисой, причем такой глубоко комедийной, вот, скандальной такой, тети Симой. Здесь совершенно все другое. Здесь тоже комедия такая, как у нас вся жизнь комедия. Вот, но она отличается, и слава богу, что отличается. Для меня это очень дорогая роль, она меня греет, она как бы меня защищает. Как я всегда говорила, если бы я была Симой, мне вообще было бы легко жить. И вот сейчас вот, играя Майю Михайловну, начиная ее играть, я просто понимаю, что у меня опять появляется какая-то защитница в этой жизни.